Волонтери Дніпропетровська продовжують організовувати допомогу бійцям, які перебувають у медичних закладах області. Так, до військового шпиталю активісти разом з батальйоном «Шахтарськ» передали декілька пакетів з речами першої необхідності. Зараз тут перебувають бійці з різних куточків України, багато поранених із Дніпропетровщини. За останню добу у військовому шпиталі провели більше 10 складних операцій. Были ампутации, были огнестрельные повреждения костей, были проникающие ранения, были черепно-мозговые травмы, осколочные ранения глаз. В общем, весь спектр, который только можно назвать. На сегодняшний день в нашем госпитале все в удовлетворительном состоянии, все стабильные, в общем-то, все в сознании. Мы стараемся вникнуть в то, что надо, в чем нуждается госпиталь. Мы задаем вопросы врачам. Врачи конкретно нам говорят, что удобнее и что им необходимо. Мы это собираем, выбираем время и все передаем в госпиталь. В этот раз заказали бумагу, одежду, именно такое, трусы, носки, мыло, там, мыло, шампуни и тому подобное. Должны осознать простую истину, что если ты не можешь идти воевать с оружием, ты должен помогать военным. Если ты не можешь помогать военным, ты должен сделать все для того, чтобы поднять патриотический дух бойцов. Я думаю, что в Днепропетровске много бизнесменов, которые помогают сейчас нашим ребятам. Мы сделаем все для того, чтобы как можно быстрее эта чума ушла с Украины.